Здравствуйте. Вы смотрите программу «Городская среда». Наши герои, как правило, именно те лица, кто оказывает непосредственное влияние на ее формирование. Скандалы, вызванные успешным, в кавычках, руководством молдавской столицы либералом Дарином Киртуака, не утихают, как уже набирают обороты реакция на назначение на пост временно исполняющей обязанности столичного мэра, бывшего руководителя компании «Газ Натурал Феноса Молдова», бывшего кандидата на пост главы государства Сильвии Раду. 19 муниципальных советников от фракции партии социалистов подписали заявление с просьбой аннулировать решение о назначении Сильвии Раду и уже зарегистрировали его в примарии. В ходе брифинга глава фракции Иван Чебан подчеркнул, назначение Раду на пост, пусть и временно исполняющий обязанности генпримара, незаконно. На чем основано это утверждение, спросим у сегодняшнего гостя, муниципального советника от ПСРМ Александра Одинцова. Здравствуйте. Здравствуйте. И он Чубан на брифинге заявил, только открытый избранный примар может назначать вице-примаров. В противном случае очевидно, что законные положения не были соблюдены. Насколько это верно и то есть, на, на что опираетесь вот в, этих, будем говорить, в этих заключениях относительно незаконности назначения временно исполняющей обязанности генпримара? Ну, давайте начнем с таких азов политологии, конституции. То есть весь суверенитет в Республике Молдавии, как и в любом другом государстве, принадлежит молдавскому народу. В данном случае на этой административной территории муниципе Кишнева вся власть принадлежит жителям города, имеющим право, право голоса на данной территории. То есть у нас мэр и в законе о статусе муниципии Кишнева, которые, кстати, авторами которые является исключительно либеральная партия в парламенте, мы об этом поговорим, а, они проголосовали в прошлом году, и мы говорили о недостатках данного закона, о статусе муниципе Кишинева. Там четко сказано, кто такой генеральный примар муниципе Кишинева. Генеральный премьер муниципе Кишинева является выбранным лицом на всеобщих тайных выборах в муниципе Кишинева. Те, кто является 18 лет, кто, кому исполнилось 18, 18. лет, имеют право. право избирательное да. право, имеют право голоса э, э, на, вы, на выборах. То есть это человек, который выбранный. Дальше. Следующая статья. Какие права и обязанности имеет генеральный примар муниципии Кишинева согласно закону, который сами либералы и являются авторами данного закона. Генеральный примар Кишинева имеет право назначать, то есть представлять на утверждение муниципальному совету своих заместителей. У нас согласно статусу муниципии Кишинева у нас четыре вице-примара, каждый по своей области. И он имеет право представлять э, данных э, кандидатов. И в законе указано четко, если дважды э, по представлению генерального примара муниципальный совет либо исключил из повестки, это указано, либо не проголосовал, не утвердил данные кандидатуры, то э, генеральный примар, именно генеральный примар, имеет право назначить без ведома, то есть без согласия, в третий раз он назначает своим распоряжением данных вице-примаров. Что и произошло. Но произошло как и что произошло? Во-первых, назначал данных вице-примаров, то есть Сильвия Раду и Руслана Кадриана, муниципального советника, в качестве вице-примара, назначал не генеральный примар, а временно исполняющий обязанности генеральный, э, генерального примара, который является по должности своим вице-примаром муниципа Кишнева. То есть он не является, он временно замещал его, имеет ли павы в законе, в местном публичном самоуправлении, в других административных актах, вот наши юристы разбирались, четко указано о том, что прерогативу назначать своих и представлять Совету э, имеет только генеральный примар и избранный. Это демократическая процедура. Таким образом, э, в данном случае демократическая партия. Провела свою демократическую процедуру. Да, провела псевдодемократическую процедуру по назначению своего кандидата. То есть фактически у муниципии Кишинева украли выборы. То есть, уважаемые кишиневцы, у нас с вами, у всех нас, кишиневцев, имеющих право голоса в муниципе, украли возможность выбирать генерального примара муниципии Кишинева, то есть достойного нормального хозяйственника. У нас эту возможность украли. В связи с чем мы выражаем свое ярое несогласие, и мы вчера зарегистрировали заявление, предварительное заявление, ну, такова процедура судебных рассмотрений. Сначала регистрируется предварительное заявление на отмену данного распоряжения в связи с тем, что оно является незаконным назначением в качестве исполняющей обязанности, причем было указано почему-то именно это лицо. Генеральный примар имеет право назначить своих вице-примаров, но в случае ухода, как сделал господин Грозаву, то есть он освободил свою должность, уже потом определяется кто будет временно исполнять обязанности генерального примара. Мне кажется, это должен решать муниципальный совет, а не так вот господин Грозаву будучи вице-примаром, исполняя обязанности генерального примара, назначает вице примара и нового исполняющий обязанности. Как заметил один из блогеров... Тут же уходит с должности временно исполняющего, освобождая место, получается, для ну, как заметь, своего говорю, же вот, вот такой абсурд, как заметил, если не ошибаюсь, Илья Киселев. То есть, бред заключается в чем? В том, что исполняющий обязанности генерального примара назначает исполняющий обязанности генерального примара. Имеет он право это сделать? Он это не имеет права сделать. Почему? Потому что исполнять обязанности генерального примара может вице-примар. Либо из состава советников, который определяется голос, голосами советников. То есть, так, в данном случае господин Горзаву, когда он подписал заявление о снятии полномочий, то есть, если он сначала подписал назначение, то как это генеральный исполняющий обязанности назначает, назначает исполняя обязанности? Законом не предусмотрено вообще такое. Мы с этим не согласны, мы подали в суд. Посмотрим, каким образом самый демократический суд, гуманный суд в мире рассмотрит данное рассмотрение, наше предварительное да, запрос, да. заявление. Но мы с этим категорически не согласны. Это абсолютно не касается самой фигуры госпожи Сильвии Раду. Компетентна она, некомпетентна она. Мы видим по ее сегодняшним заявлениям а, по, при попытке созыва муниципального совета, о том, что в некоторых вопросах она во всяком случае плавает. Ну, можно простить первые два-три два, дня на работе, надеясь о том, что на, а, ну, мы надеемся о том, что будут досрочные выборы в первую очередь. Но она не вникла в ситуацию, может быть, поэтому были достаточно глупые заявления с ее стороны. Ну, был даже определенный, я не скажу, что это окрик, но как-то отдергивание, мне кажется, в адрес муниципальных советников с ее стороны относительно того, что она не, за, не намерена присутствовать при политических шоу, а должна, то есть, намерена заниматься делами. То есть все вот эти разбирательства для нее это всего лишь политическое шоу, как она заявила. Но она является главным фигурантом данного политического шоу. Ее назначение это является политическим шоу. Это является политическим шоу, и мы, к сожалению, кишиневцы вынуждены лицезреть это политическое шоу уже несколько лет в, в лице альянса номер 1 за евро, Альянс номер 2, 3, 4, сейчас уже какой непонятно, пятый альянс в данном случае. Игра между Демократической партией и Либеральной партией по... Спасению, знаете, этот фильм "Спасение солдата", забыл как его зовут, рядового Райна. Да, спасение рядового фильм. Райна. Ну, в данном случае не рядовой, но спасение солдата Дарина Киртуаки от тюрьмы и коленоподобные позы господина Гемпа перед господином Плохотником. Вот, и мы видим вот всю вот эту игру по спасению именно господина Киртуаки. Мы прекрасно понимаем, что в нашей стране закон ⁇ это вот как в старой русской поговорке ⁇ закон как что вышло, да, да. куда повернешь, туда и вышло ⁇ Мы э, можем предположить, что э, закон станет на сторону э, тех людей, кто принял решение именно вот такой, благодаря такой рокировке сохранить э, позиции Дарины Киртак и сохранить на посту генпримара или исполняющего обязанности генпримара Сильвию Раду. В таком случае, получается, что ну, ждать очередных выборов столичного мэра в ближайшее время не придется. Получается, мы должны будем наблюдать за ее деятельностью до практически 2020 года, если не ошибаюсь. 19-го 19 -го. ну, Давайте я повторюсь. Ну, Во-первых, повторюсь еще раз, что произошло. У нас с вами украли выборы представить себе, вот на секундочку представить себе, чтобы в странах Европейского Союза, тех странах, в тех странах, где уважается право, право, право человека, уважается закон, произошла такая ситуация, невозможно. То есть нету такого. В данном случае ну, народноевропейская Народно-Европейская партия, вот, то есть все они декларируют свою европейскую сущность, приверженность европейским ценностям и праву и грубейшим образом, то есть эти люди, с ними им бы руки никто не подал в Европейском Союзе после того, что произошло. То есть грубо нарушив закон, наплевав на волеизвлияние людей, они назначили своего человека. Дальше, почему, то есть что будет до 2019 года? Почему мы в очередной раз говорим, уважаемые кишиневцы, о необходимости выйти всем Выходите обязательно. Каждый ваш голос очень важен. Почему? Приходите вы, привозите друзей, родственников и так далее на 19 ноября на референдум. Почему? Вариант первый. Если референдум не состоится, в этом случае есть два варианта. Первое. Дарин Киртуаков в зависимости от согласования господина Гимпу и господина Плохотнюка, то есть между либеральной партией и демократической партией, либо он возвращается на пост генерального примара и будет дальше исполнять. Ну, Сильвия Радо чуть порулило, ну и хватит. Это в зависимости от, естественно, эти договоренности будут учитывать перспективу парламентских выборов, то есть нужны будут демократическая партия, либералы, не нужны, будут. Бог его знает, о чем они разговаривают. То есть там. Второй вариант. Для того, чтобы господин Киртака не сел в тюрьму, они вот делают попытку провалить и призывают граждан, ну, своих, свой электорат, правый, правый сегмент избирательного поля, не прийти на референдум, то есть провалить явку на референдуме. Для чего? для того, чтобы демократический кандидат Сильвия Раду правила муниципиум до 2019 года, июнь, 28 июня 2019 года. Напомню, очередные местные, то есть предыдущие местные выборы, второй тур выборов генерального примара был именно с 14 июня, и первый тур, и второй тур 28 июня 2015 года, плюс 4 года. То есть в июне 2019 года у нас должны быть очередные местные выборы генерального примара, ну и муниципального совета. Но назначив, то есть если референдум будет провален, значит Сильвия Радо останется до 2019 года. Мы с вами такого желали, мы с вами такого не желали. Это является узурпацией власти в муниципе Кишинева. Точно так же, как в парламенте. Демократическая партия, сколько они, по получили тогда? 14. 14 шумность. мандатов, которые сейчас имеют больше, чем 50 э, мандатов. 57, кажется, 57 да. мандатов. То есть мы с вами разве... В этом была наша воля на выборах. Нет. Нарушается фунд фундаментальное право человека избирать и выражать свою волю. И эта воле должна подчиняться политической системе, политический класс должен под, подчиняться именно воле избирателя. На это плюется и об, об этом вытираются ноги. Вот для того, чтобы сломить эту систему, у нас вот есть действительно возможность, и я призываю всех граждан, независимо от Языка общения, я повторюсь, независимо от политических взглядов, независимо от вектора развития муниципия, восточного или западного вектора развития, я призываю выйти на референдум. Если референдум состоится, вы голосуете не за социалистов, вы голосуете за отставку Дарина Киртуаки. Если Дарина Киртуаки будет отставлен в результате референдума, то это приведет к досрочным выборам генерального примара муниципи Кишинева. Досрочные выборы генерального примара муниципи Кишинева, это значит сломать две схемы. Первое. Кандидат демократической партии не будет находиться на этом посту до 2019 года. Раз. И второе. Значит, что-то случится с генеральным примаром, ну, бывшим генеральным примаром Дарином Кертак. я надеюсь, что он наконец-то получит, получит свое заслуженное наказание. И уже после этого мы с вами можем выбрать достойную кандидатуру. Каждый будет голосовать за того, кого он хочет, исходя из своих политических предпочтений. Социалист, коммунист и так далее. Неважно. То есть каждый из нас с вами сможет голосовать. Поэтому мы призываем и левых, и правых, и сторонников Майя Санду, и сторонников Андрея Настаса, и сторонников Рената Усатова, и партии коммунистов. Мы всех призываем прийти на референдум, потому что это единственный возможный шанс сломать им полностью игру и выбрать после этого, пусть каждый выбирает своего кандидата. Это не наша игра. То есть мы не приходим на референдум голосовать за... Многие говорят, а, там социалисты, там что-то... Мы, ребята, мы боремся не за себя. Мы боремся за чистоту в городе. Мы боремся за фундаментальное право голосовать на выборах и выражать свою волю путем того текста, которые указаны в Конституции Республики Молдавия. То есть если мы проглотим и это... Ну, грош нам цена с вами. Поэтому не важно, не слушайте руководителя, которые... То есть включите просто логику. Не надо слушать того, кто призывает к бойкоту референдума. Я не раз говорил и на пресс-конференциях, и интервью, и в комментариях, сказать бойкот, сказать референдуму нет или бойкотировать референдум, это значит сказать да, коррупция в примаре раз. Это значит, да, сказать тому, чтобы продолжали травить наших с вами детей в детских садах. Два, это значит продолжать эти все бесконечные пробки, воровство, распил земли, мусорки. Это все, что творится последние 10 лет в муниципе Кишинев. И самое главное, это сказать, да, э, той схеме, которую демократическая партия поставила своего кандидата э, на пост генерального примара. Повторюсь, мы не знаем, каким, то есть, каким образом Сильвия Рада управляла э, предприятием Union Феноса, возможно, она выдающийся менеджер, возможно, она могла бы э, принести даже пользу городу Кишиневу. Пожалуйста, ради бога, давайте объявим досрочные выборы, пусть ваш кандидат придет и заявит о своих способностях, о своем намерении исправить ситуацию в городе и на досрочных мэрских выборах, пусть Сильвия Раду выставит свою кандидатуру. И те, кто пожелает за него проголосовать, имеют возможность ее утвердить. Напомню, на президентских выборах в муниципе Кишинева она получила полторы тысячи голосов. Ну вот уже и ответ прозвучал, потому что, видимо, исходя из этих цифр, и реализуется вот та схема, которую мы сейчас с вами наблюдаем. Совершенно. Вот раз вы заговорили о коррупции, с назначением на пост временно исполняющей обязанности генерального примара столицы Сильви Раду. Тема коррупции уходит на второй план сегодня из Примырии? То есть можно подсказать, что вот... В включается некий механизм, который, возможно, поломает схему, которая родилась при руководстве либеральной партии столичным муниципалитетом. Ну, мы не знаем, что будет происходить при вникнет Сильвия Раду, госпожа Сильвия Раду в, того, что в, в те процессы, которые происходят при Марии, она заявила о намерении бороться, как и Руслан Кадряну, уже вице-примар, бывший, ну, он еще нынешний советник муницип, консилиума муниципия о а намерении бороться с коррупционными схемами и так далее, и так далее. Уважаемые господа, с августа, если не ошибаюсь, по-моему, первое заседание муниципального совета в нынешнем составе состоялось, если не ошибаюсь, 3 сентября. С 3 сентября мы кричим, мы горлатаем, мы везде пишем, мы рассказываем, воюем, воем о безумных распилах земельных участков, коррупционных схемах, распилов бюджетов, грантов и так далее, за которые голосуют все партии. И Народная Европейская партия, и Либеральная партия, и все остальные э, детер, за это голосуют. И даже единственный демократ, как сказал господин Плохотнюк, который мы, обладая единственным демократом, вот взяли власть э, в Примарии, Господин Плохотнюк забыл, э, э, припомнив все силовые мед... ведомства, то есть так, если уже вы являетесь приверженцем ну, демократических процессов, европейских ценностей и так далее, отдайте оппозиции, ну, в данном случае, либо нам, либо достойной оппозиции, а пост генерального примара, генерального прокурора, простите, пожалуйста, генерального прокурора, или пост начальника службы безопасности, или счетную палату, ну, так, во всяком случае, было до сих пор считалось корректно отдать контролирующие органы оппозиции, для того, чтобы оппозиция имела возможность проверять то, что творит власть. У нас же этого нет. То есть все силовые ведомства, все контролирующие и регулирующие функции находятся у этой власти. И после того говорит, что с одним кандидатом мы взяли решить. И попытаться нас, как нам сказали, почему либеральная партия и партия социалистов не выбрали своих вице-примаров. Да потому что мы с либеральной партией являемся антиподами. Мы ни за один земельный вопрос не голосуем исключительно. Мы заявили свою принципиальную позицию. Понятно, что там, некоторым экономическим агентам нужно решать вопросы. Но, ребята, сначала нужно навести порядок. Сначала нужно, чтобы поезд шел, а распределять вагоны в поезде мы будем уже потом. Если паровоз не работает, нет смысла что-то делать с вагонами. Вот сначала нужно наладить четкую систему работы в Примарии, после этого голосовать за земельные вопросы. А либеральная партия сделает распилы и продолжает это делать. И госпожа Сильвия Раду, э, объявляя сегодня открывая заседание муниципального совета, которое не состоялось, потому что мы на это заседание не пришли, следовало бы хотя бы, если самой нет времени у, у, у самого... Да, у собой. нее поинтересоваться, что же творится в данной повестке, то надо было хотя бы попросить своих юристов. У нее же есть юристы, и она, если ошибаюсь. Да, Там да, первый вопрос, да, это, да, уважаемые да, кишиневцы, Первый вопрос сегодняшней повестки, и мы говорим, почему мы не участвовали в данном заседании. Первый вопрос данной повестки был выплата трех окладов в качестве премии всем сотрудникам премии. То есть, это у нас господин Фляж которые, ну помните, бутылочками в гараже, э, в квартете, в а гаражном, квартете, да, да. гаражном квартете в музыкальной группе имени дарина Киртуаки, э, бутылочками постукивал господину Гамрецкому, получается, что мы должны выплатить, потому что он как бы отстраненный, но в начале года он еще был исполняющим, мы ему должны три оклада. За что? За то, что он участвовал в коррупционной схеме. Мы должны выплатить двум сотрудникам земельного управления, которые были арестованы, цена и сейчас находится под арестом, за что? За то, что они распиливали земельные участки? Ну, вот, если озвучить их э, заработную плату, там тоже цифры? Да, самые ну, если маленькие. честно, заработная плата в Примарии достаточно скромная, это в районе там. Э, 3-4 тысяч, я а, точно не помню, в зависимости у от... чиновников от, такого уровня? Нет, я имею в виду у среднего, у, а, у начальников управления, если я ошибаюсь, у них зарплата в районе 7-8 тысяч. Это уже немало, то есть, я вам скажу. Ну, да, достаточно немало. День... День... И вот а, они собираются воспитатели проголосовать... Воспитатели детского сада бы с удовольствием поменялись бы сейчас. Абсолютно верно. И мы должны за это проголосовать. Мы готовы, и мы говорили, мы готовы проголосовать... И утвердить рядовым сотрудникам честным, которые день ото от дня работают и э, вынуждены то есть вот в таких условиях работать, э, выплатить им т, э, премию в виде трех окладов, но убрать из них всех, это если не ошибаюсь, как нам сказали, более 29 сотрудников, которые либо находятся под арестом, либо находятся под уголовным э, расследованием или преследованием. Э, убрать всех начальников управления, господину Молдовану мы должны дать, на, э, у него коттеджи, дома и так далее. Ему этот... Близится отопительный сезон, будут повышенные тарифы, надо как-то, видимо, справляться ну, 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 с такой наверное. нагрузкой. Дальше вопросы все связаны с арендой земельных участков и сдачей в аренду нежилых помещений. Вот мы на этом должны были участвовать. Госпожа Сильвию Раду необходимо было бы изучить повестку дня, которая была сегодня. Это раз. И предложить свои приоритетные вопросы. Два. А как минимум, то есть самый главный вопрос, я думаю, она должна была объявить о том, что она собирается делать на посту генерального примара муниципе Кишнева, о своей какой-то программе. Просто сказать, здрасте, вот меня попросили, вот она не озвучила, кто ее попросил. Она сказала, меня попросили вот возглавить примарию. Я пришла, возглавил премарию. Ну, если попросили знать что-то, обещали, что ей обещали? Эти вопросы мы не знаем. Но факт в том, что исполняющий обязанности, то есть вице-примар, который исполняет обязанности генерального примара, который находится под уголовным преследованием, который признал свою вину в мошеннической схеме, да, там ему смягчили наказание и так далее, так далее, но он признал свою вину. То есть человек, находясь под давлением правоохранительных органов, подписывает распоряжение о назначении вице-примара и генерального примара. И очень удивительно о том, что господин Кадряну, приверженец правильных подходов, правильной европейской политики, с этим абсолютно соглашается. Это вот, ну, для нас это вызывает такое очень большое удивление. Наверное, есть какие-то европейские аргументы. Ну, знаете, как в том анекдоте, ты либо крест не либо трусы день. Ну, ну как-то как так вот. Абсолютно незаконное решение, и все до сих пор они заявляли, вот мы с этим не согласны, там, боролись с какими-то вопросами в примарии, или пытались, или делали вид, что борются, во всяком случае, то в данном молчат. Им выгодно. Ну, вот тему коррупции хотелось бы продолжить, но для, так сказать, некоторого облегчения восприятия сегодняшнего разговора предлагаю посмотреть материал, который э -а, подготовили моей коллеги на основании видео, которое попало в социальные сети, и главным, так сказать, фигурантом этого видео наш, да, чудное видео, да, как раз оказался вот отстраненный от должности столичный городоначальник Дарин Киртак. И, в общем-то, наверное, продолжение темы вот этих гаражных музыкальных посиделок. Вот во что это выливалось, и, в общем-то, наверное, как бы продолжение темы. Может быть, им стоило музыкой заниматься? а не столичным управлением. Предлагаю нашим зрителям посмотреть этот видеоролик, этот материал. Под танцовке у градоначальника почти все его единомышленники. Руководитель главного управления образования молодежи и спорта Александр Фляш, глава по «Канал Кищенео» Вероника Херца, бывший претер сектора «Центр» в Рио начальника управления транспорта Олег Пояте, глава управления экономики Алена Бердилы и председатель фракции либеральной партии в муниципальном совете Ион Чибану.

расслабляются чиновники по полной. После шумных танцев в дело вступает зеленый змей. Декорации сменились с на поле. В последнее время до своего задержания Дорин Киртуака частенько пропускал заседания в примарии. Свое отсутствие он оправдывал зарубежными командировками. Ну, вот такие веселые командировки оказываются зарубежные, и вот это является основанием не присутствовать на заседаниях в Примарии. Ваш комментарий. Ну, я скажу следующим образом. Конечно, веселиться мы можем все по-разному, и там в компаниях мы, там, и я там веселюсь, там, может, не так танцую, или там, может, более удачно танцую, скажем так. В всяком случае, я не позволял себе в гараже обливать женщину, мы видели на предыдущих каких-то видео, там, где он позволил в компании того же Гамрецкого, того же Херца облить девушку шампанским или чем-то, что он там пил. А, то есть так, и это видео. Ну, бог с ними, пусть танцует. Нас в данном случае интересует, лично меня интересует. В данном случае только один момент. То есть, когда это было сделано, а, мы видим, и мы в самом начале нашего исполнения нашего мандата, мы, наверное, больше, чем полгода, мы потом просто устали ходить к нему в кабинет, открывать его кабинет, дергать вот так вот за ручку, снимать о том, что его кабинет закрытый. И когда мы задаем вопросов, а где генеральный примар, что он делает, пробки есть, это есть, то есть везде бардак, дергаешь дверь генерального примара, закрыто. А чем ты занимаешься, парень? Изучал европейский опыт, наверное. Он изучал вот европейский опыт. Мы видим, по примеру, вот этих веселых танцульков, каким образом он изучает европейский опыт. А самое главное, что на это тратятся бюджетные деньги. Это как бы командировка. Мы говорили о том, что некоторые представители управления, если я ошибаюсь, внешних связей и культуры, они практически круглогодично находятся в командировке. Круглогодично находятся в командировке за наш с вами счет. Это оплачивается зарплата? Это командировочные. оплачивается, во-первых, зарплата командировочная, оп 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 проживание оплачивается, дорога туда оплачивается. Давайте вспомним, что он разбил э муниципальный автомобиль, вот Тойота камри, которая является муниципальной собственностью. Он этот автомобиль разбил, Они, мы вынуждены были его за бюджетные деньги ремонтировать этот автомобиль. Когда он его разбил? Когда летел на очередную пьянку или куда-то? А откуда мы знаем, это нужно вообще или не нужно? с нами согласовывают данные поездки или не согласовывают. Вот в этом вопрос, в том, что они танцуют, танцуют ради Бога. Но ну, мы видим, что, во-первых, они все пьяные танцуют, они там выпивают. То есть так, ну, насколько это морально или не морально, ну, это пусть граждане рассуждают. Но во всяком случае, если бы, опять же, вот я обращаюсь к сторонникам Майя Санду и Андрея Настаса, мне кажется, ну, вот мы видим, к примеру, министр обороны Великобритании, он ушел в отставку просто за подозрения в каких-то сексуальных домогательствах и так далее, и так далее. В данном случае человек обливает в присутствии других женщин, других мужчин. Этот мужчина должен был встать и дать ему по голове за такие вещи, то, что там облил, облил эту, эту девушку, кстати, которая работает два по канале. Вот эта девушка работает два по канале. Вынуждена она это терпеть, не вынуждена, нравится ей, не нравится, это не наше дело. Обливай свою женщину шампанским в ванной, в постели, делай, что хочешь, это твоя личная жизнь, нас не интересует. Но я не знаю, кто это сливает, вот такие вот ролики в сеть, но поведение этого человека говорит всего. То есть мужского в этом человеке ничего нет. Это, извините, быдло просто, вот. ну, по-другому я не могу назвать. Нас интересует тот момент, чтобы, первый человек, а, выполнял свои функциональные обязанности, Находился на посту, который он занимает согласно выборной должности, генеральный примар. И б, экономил бюджетные деньги и распоряжался эффективно бюджетными деньгами. И находился в городе, решал вопросы города. Мы видим, вопросы города не решаются. Раз, и этот э, музыкальный э, человек разъезжает по командировкам. Хочу вам сообщить о том, что в, э, во многих тюрьмах строят свои собственные музыкальные группы художественной самодеятельности, театра и так далее, он будет пользоваться популярностью. Ну, Пусть там и занимается. Вы знаете, я вот что подумал, а, хотя того или нет а, одна партийца, Дарина Дариня Киртак или те, кто за него голосовал, кто еще рассчитывает, что он вернется в к руководству городом. Хотя это не того или нет, но так или иначе эпоха Дариня Киртака а, пройдет. И э, вспоминать об этих годах будут, но с определенными тезисами или какими-то определенными документами размахивать то, до чего довел человек город. Но я думаю, что уже сегодня можно подводить первые итоги, э, с чем, в общем-то, столкнулись или с чем, с чем придется бороться с сегодняшним кишиневцам для того, чтобы вернуть город в, в прежнее состояние. И я имею в виду состояние той городской среды, в которой легко и комфортно развиваться, реализовывать свои лучшие человеческие способности, учиться, работать, создавать семьи, продолжать свой род, укреплять свою страну. То, ради чего признан, и признан человек. В общем-то, сегодня Кишинев с точки зрения городской среды – это среда выживания. Вот если, допустим, представить себе, что мы подводим черту под эпохой Дарины Киртака, чем бы она характеризовалась бы, на ваш взгляд? — ну, смотрите, на мой взгляд, это мы ощущаем, каждый на себе ощущает то, что произошло за 10 лет. Еди, ну, наверное, можно охарактеризовать одним, одним словом, это ложь. То есть Дарин Киртаков в 2007 году, и мы каждый раз это сравним, в 2007 году, в 2011, в 2015, вот три избирателя достаточно, у него достаточно неплохие э, программы избирательные были. Он ничего не выплатил в жизнь. Ничего. То есть он каждый раз нам с вами уважаемые кишиневцы врет. И мне очень прискорбно, как бы вам нравились социалисты или не нравились. Дело не в социалистах. Дело в том, что мы хотим, чтобы этот город развивался. Вот он заявлял о транспарентности в премьере. При нем, при это не наше мнение, это, ну и наше мнение в том числе, это мнение международных структур, мнение эксперт-групп, мнение ЦНА. Кишинев, муниципия Кишинев, при Марии муници... Кишинев стала самым коррумпированным органом, институтом в Молдавии, то есть в республике Молдавия, то есть благодаря Дарину Киртуаке. Ложь – это его характеристика э, с, на, за все 10 лет. То есть, первое, транспарентности никакой нету. Именно мы с приходом нашего мандата, мы ввели обязательно, не псевдо, не отдельно отрывочки, мы ввели постоянное онлайн-транслирование всех заседаний комиссии муниципального совета и всех заседаний самого муниципального совета. Каждый нас с вами может зайти на сайт вашего телевидения, других каналов, которые транслируют, в прямом, прямую трансляцию и посмотреть запись заседания, кто как голосовал. Это очень удобно, кстати, увидеть о том, что и единственный демократ, и другие псевдоевропейцы, как они голосуют за распил, и мы готовы по многим земельным участкам конкретно на примерах показать псевдоевропейские ценности и умственные. Мы видим грязь, мы видим, как травятся дети, то есть травили детей этими прогнившими окорочками. И, кстати, либеральные фирмы, фирмы, ли, фирмы, фирмы партии. Либеральной, либеральной партии. То есть все, что происходило за 10 лет, это называется грабеж собственного, ну, даже не собственного, грабеж вот, кишиневцев а ради своего личного обогащения. Вот жор, вот есть такое понятие, как... Жор, когда человек вот алшность, настолько высокая алшность, что вот он жрет, жрет, жрет. Ну, жрет он... приходит во время еды. Уж понимаете, а когда есть такая, будем говорить, дозволенность и в такие, ну, мягко скажем, гонорары, которые Пожарите, существуют. Вы понимаете, в даже если есть какие-то аффилированные фирмы, развиваться можно вместе с городом. То есть когда город развивается, и самое главное, там, вот, один из элементов э, этих 10 лет ⁇ тупая идеология, то есть полностью отсутствие идеологии. Единственная идеология данного либерального 10 вот, э, лет правления либеральной партии ⁇ это отсутствие идеологии и зарабатывание денег. И не просто зарабатывание денег ⁇ это э, хорошее позитивное слово, как зарабатывать деньги а именно загребать деньги вот руками, вот, вот экскаватором они загребают, загребают, сколько можно. На нас с вами, за счет нашего с вами здоровья, за счет наших с вами нервов, потому что мы ездим по этим пробкам, мы катаемся в этом вонючем общественном транспорте, наши дети травятся э, в тех поликлиниках и детских садах. Это все с нами происходит. И вот, уважаемые господа, мы... Уважаемые кишневцы, мы должны наконец-то проснуться, прийти на референдум, проголосовать за ставку вот этой всей вот прогнившей тупой системы 19 ноября. После этого каждый из нас с вами сможет проголосовать за того кандидата, который предпочитает. И этот кандидат, новый кандидат, он должен будет уже принести новую идеологию развития муниципи Кишинев. Муниципи Кишнев, наш с вами родной Белый цветок из камня, как и в стихах, и в, стихах, в, песне, и в да. поэзии, и в песнях. Из, которая стала гимном. Гимном муниципа муниципе Кишинева. Это белый цветок. На самом деле, этот данный белый цветок, он сейчас утопает в грязи. Вот пора очистить этот белый цветок, сделать его комфортным для проживания, удобным для передвижения, а самое главное, безопасным для нас, ну, особенно для наших детей. Особенно для наших детей должен быть город безопасным. И главное, также необходимо грамотно распоряжаться деньгами, бюджетом. У нас вот в этом году дефицит бюджета 500 миллионов. У нас доходы 3,2 миллиарда, а расходы 3,8. То есть вот, ну, разница почти 500 миллионов получается. За счет чего? За счет грантов он собирается, за счет кредитов и за счет приватизации земли. То есть лишь бы раз продать. Этим можно всем грамотно распоряжаться развивать город. Вот хотел бы, чтобы зрители поняли правильно, не испытываю никакой зависти к людям, которые строят собственные дома. Даже горжусь вот теми людьми, которые возводят такие красивые дома, которые ими обладают и создают такую комфортную зону. Но вот репортаж моих коллег относительно того, какой дом возводит вот господин Гамрецкий, и он мне подтолкнул, точнее, напомнил, напомнил мне один анекдот про тонкое чувство юмора, бывшего ну, советского вождя, одного из советских вождей, а именно Сталина. Сталина. Ему как-то сказали, что один из академиков построил большой дом в пригороде Москвы. Он его к себе вызвал, приглас... вызвал на разговор и говорит, а правда, что у вас вот такой вот большой, огромный дом? А он говорит, да, это правда. Он говорит, ну, вы знаете, вам сироты детского дома из под Челябинска передают огромное спасибо. И отправил этого ученого работать в Новосибирск. Просто я вот думаю, состоится ли какой-то момент истины. Ведь у нас столько брошенных детей, у нас такое огромное количество ненужных, Детей, которые станут будущим этой страны, есть огромное, будем говорить, достаточное количество детских домов, которые нуждаются в ремонте, в реконструкции. И как было бы благородно со стороны Гамрецкого не ждать, когда в его биографии появится некий господин или там товарищ Сталин, который скажет, ну большое спасибо Старислав, тебе знаете, от сирот архивского. На, на те деньги, то, что были украдены у нас с вами из бюджета муниципе, можно было отреставрировать и детские дома, и детские э, сады, и школы. Можно было давно уже все сделать, и дороги сделать, да? Естественно, то есть с таким небольшими доходами, мы не являемся Москвой, Лондоном и так далее, с небольшими доходами достаточно сложно что-то делать, но можно. И это показывают другие города, которые грамотно распоряжаются средствами и не воруют. Один из первых ну, таких мощных эпизодов, наверное, меня он лично очень сильно взволновал. Это было в начале, вот в конце 2015 года, когда мы Дед дом, если ошибаюсь, номер три на Гренобле. 5 гектаров земельного участка. И нам говорят о том, что собираются расформировать школу и закрыть э, дом. Якобы за ненадобностью. За ненадобностью, да. Мы когда, и мы когда пришли в эту школу, когда стали разговаривать с учителями, нам говорят о том, что туда регулярно приезжают большие джипы с какими-то линейками. С архи... ну, видно, что уже раз м, планируют там какое-то э, строительство жилого комплекса. Мы, нам удалось остановить, вот на Гренобле, кто знает, это многоэтажное здание с гидрометеостанцией наверху. Вот чуть-чуть ниже этого здания находится 5 гектаров земельного участка. Там было огромное количество блок. Там когда-то было около тысячи детей, если не ошибаюсь. Это детдомовские дети, которые, к сожалению, лишены родительской ласки. Вот они там проживали. И вот это можно было все сделать, но это никому не нужно. Да, печально, потому что, в принципе, не думая о своем будущем, мы закапываем в неизвестность прошлое и обрекаем свое настоящее. Такая аксиома, ну, это... которая, в общем-то, почему-то сегодняшний городоначальник абсолютно не, даже не парятся, не, не думают. когда человек ненавидит свою страну, ненавидит свой город, и когда ну, вот энергетические, вот духовно важные такие элементы, которые происходят, как... каждый нас с вами который когда кто-то отправляется куда-то в далекие страны в далекую поездку ну, с древних времен было принято брать кусочек своей земли там возле возле сердца держать возле своей души держать этот кусочек земли вспоминать о том ну, что -то у нас горкамилаили помните и кто он дарит этот горшок земли вот этому придурку троянубасеску и который хочет уничтожить нашу государственность, то есть понимаете, насколько он ненавидит город Кишинев и он ударит нашу землю, это демонстративный плевок всем Кишиневцам, всем Молдаванам. Потому что ближе Тенерифе. Потому что Тенерифе вот угу. развлекаловки вот такие, это вот в этом заключается все управление. Я поэтому уважаемые Кишиневцы еще раз повторюсь. У нас единственная с вами возможность, и не надо потом пенять друг на друга, на социалистов, на других и так далее. Каждый наш голос важен. Сейчас задача нам всем объединиться. Полчаса времени потратить, прийти на избирательный участок и проголосовать за отставку Дарина Кертуаки, это значит сломать вот эту всю хитроумную мошенническую схему демократической партии, либеральной партии по спасению Дарина Киртуаки из-под тюремного заключения и оставить своего кандидата до 2019 года, вот этим мы сможем сломать эту систему. Если референдум состоится 19 ноября, а мы, я уверен, что мы с вами выйдем и он состоится, тогда э, мы выберем достойного человека на следующих досрочных выборах. Александр, спасибо. Будем спасибо. помнить, что вода камень точит. Ну, Возможно, это так. Это 100%. Вы смотрели программу Городская среда. У нас в гостях был муниципальный советник от Партии Социалистов Республики Молдова Александр Одинцов. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Всего доброго.